больницы, поликлиники, ну, то есть все медицинские учреждения, которые есть, акты готовности получили. Отопительный сезон стартовал. Накануне 21 сентября тепло начало приходить в квартиры барнаульцев и в социальные учреждения. Акты готовности получили почти 90% многоквартирных домов. Так, сегодня система теплоснабжения заполнены более чем в 2500 домов. Во всех образовательных организациях и в учреждениях здравоохранения. Готовность к отопительному периоду накануне обсудили в администрации города. Мы приняли решение, что запуск этот будет у нас иметь заявительный характер, все это зависит в том числе от температуры наружного воздуха, но заявки, объекты, социальные объекты могут подавать, в Барнаульскую теплосетевую компанию подавать заявки, жители должны обращаться в свою управляющую компанию и в ТСЖ. В ближайшее время заявок должно быть больше. На выходных ожидается понижение температуры и дожди. На совещании также обсудили состояние сетей теплоснабжения. Ремонтные работы на участках почти завершены. 5 участков остается в работе. Улица Брестская, улица Молодежная, напротив драмтеатра, и Павловский тракт. Значит, завершение работ в Металле, конец сентября, 30-е. И с 6 октября до 15 мы планируем работать по Попово, вот взлетную в сторону Павловского тракта. На запуск теплоснабжения эти перекладки не влияют. Если тепло так и не дошло до вашей квартиры или вы столкнулись с другими проблемами при запуске отопления, сначала необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Если и там вам не смогут помочь, то в диспетчерскую администрацию своего района или в диспетчерскую службу СГК. Ирина Корчагина, «День с толком».